звездный час Сеймура Хёрша, который, ну, в очередное интервью дал, на этот раз каналу «Демократия». Сейчас, после этих громких разоблачений, ну, фактически бросили в лицо Госдепу, Америке, ЦРУ, всем, кому только можно, Байдену в том числе, обвинения в подрыве, в подготовке тайной секретной операции в подрыве «Северного потока». Сегодня уже депутаты Госдумы обратились к мировому сообществу с просьбой провести расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток». От наших дипломатов уже вынесено предложение обсудить все это на совбезе ООН. Конечно, интересна будет реакция ООН. Правда, Китай поддержал, ну, как страна-члена ООН, тоже важно. Большая страна, влиятельная страна. То, что Китай открыто выступил за расследование, это достаточно важно, хотя мы все прекрасно понимаем, сколько ручных голосовальщиков есть у Организации Объединенных Наций, ну, у той ее части, которая контролируется Вашингтоном. Тем не менее, довольно важные новые рассказы, фрагменты расследования о том, как пошли на это представители Вашингтона на эту операцию, как они совещались, ну и, собственно, то, как изначально обвиняли в этом Россию, что, конечно, в очередной раз, вот накануне мы называли, нет, не мы, это друг Сеймура Хёрша назвал его таким разрушителем очевидного. Для многих было очевидно почему-то, что Россия саботировала, это был саботаж России, подрыв северных потоков. Ну, давайте сейчас прям слушаем очередной рассказ от Сеймура Хёрша. Мне всегда казались нелепыми все утверждения, что Россия сама саботировала свой трубопровод. Они вложили туда столько денег, что потом сами бы бомбили все это. Мне больше интересно отсутствие внимания прессы с тех пор, как это все произошло, а также Конгресс ничего как будто не заметил. Я вспоминаю минирование гавани Монага в начале 80-х, период администрации Рейгана. Когда консерватор-республиканец, глава Сенатского комитета по разведке Берри Голдвотер, объективно вызвал опасения о том, что это была секретная операция, о которой не знал Конгресс. Поэтому и прекратил оказывать помощь странам в качестве резолюции по решению Международного суда. Но в этом случае СМИ, похоже, совсем не заинтересованы в расследовании того, что здесь произошло. Что касается Конгресса, так там нет никого. Кто бы поднял этот вопрос? То, что мы сейчас услышали, это открытие одной новости ужасней другой. Мир принимает довольно странный оборот. Я понимаю, что то, что я думаю, не имеет никакого значения. Нет никаких сомнений в том, что поляризация прессы произошла. С тех пор, как пришел Трамп, мы имеем сейчас две стороны. Правая, левая, демократическая и республиканская, соответственно. Если вы смотрите Fox News, вы описываете это так. Вы не смотрите MSNBC и так далее. Идет поляризация. Сегодня у нас президент-демократ, который добился хороших результатов внутри страны. Но я могу сказать, что не понимаю его полной приверженности Украине. И я не понимаю того, что читаю. Очевидно, у меня есть доступ к людям, которые замечают и знают вещи, о которых я написал, секретной деятельности. Но суть в том, что я узнаю историю о войне, особенно в начале осени. И вот что становится интересным. The stories I've been getting about the war, particularly beginning in fall, and that's what gets interesting, have been pretty dire. The Russians, I think the end is just a question of time. Конец этой войне — это даже не вопрос времени. Это вопрос, сколько еще своего народа Зеленский хочет убить. План был в том, что просто заложить бомбу. И я не могу ответить на ваш философский вопрос о том, почему Конгресс ничего не делает. Я вижу огромное количество ненависти в нашей стране ко всей нашей внешней политике. Разногласия — это одно, но тут что-то личное, и это совершенно бесполезное. Foreign policy disagreements are one thing, but it's very personal here, and that's not useful. But anyway, the other, you know, he is. С другой стороны, я не знаю, есть ли шанс, что Путин захочет захватить Европу. Я думаю, он этого не хочет, а хочет он приручить Украину, не более того. В любом случае, то, что произошло, это были учения в июне, и предполагалось, что бомбу заложат именно тогда под прикрытием учений НАТО или других стран, которые послали своих водолазов.
different countries running around with divers and blowing up things. It was an exercise to go find and chase mines. There never had been one before. It actually was whoever... И у меня нет сомнений, что среди водолазов были агенты ЦРУ, которые должны были все сделать. И довольно изобретательно, надо сказать. И в течение этих учений водолазы спустились на дно и сделали то, чему их хорошо обучили. С-4 — полсотни единиц. Независимо от веса, вполне достаточно, чтобы взорвать некоторые города или большинство зданий в городе Вашингтон. В любом случае, свою работу они сделали. Президент последнюю минуту колебался, потому что боялся. Подрыв сразу после учений кинет след на США. И он потребовал разрешения сделать это в любое время. Это привело к проблемам в его команде. Его команда состояла из довольно опытных людей, служивших в разведке. Таких разве что можно увидеть в голливудских фильмах. Смысл в том, что они взорвали трубопровод, принадлежащий на 50% российским олигархам и на 49% четырем организациям в Западной Европе. В любом случае, они увидели угрозу. Если вы хотели это сделать во время учений, хорошо, но в конце сентября... 49% of the Nord Stream 1 are owned by four business groups in the Western Europe who farm out the oil anyway. Он не думал, что взорвет магистральный трубопровод Nord Stream 2, который является новым. Он только что был построен. И он получил разрешение. В нем находилось огромное количество газа. Трубопровод получил разрешение от Германии. И то, что Байден сделал, испугало многих в разведывательном сообществе. Here's what Biden did, and this is what I think the ultimate point of the story, why so many people, even the intelligence community... Тут интересные некоторые моменты. Акцент на том, что не только России принадлежали, да, весь этот проект Северного потока. По Европе-то нанесли удар тоже, и Европа проглотила, промолчала. Еще, конечно, то, что это нечто личное, по мнению Сеймура Хёрша, личное кого, правда, Байдена, видимо, получается тогда под устремление этого личного пляшет, ну, уже... какая-то большая часть политического мира, какое-то кошмарное количество стран готовы плясать под личное мнение, личные устремления довольно, скажем так, седого старика уже, да, вот человека преклонного возраста, может быть, даже не всегда адекватного. И вопрос, что будет дальше, если Байден, ну, хорошо, они, видимо, еще не считают это красной линией, хотя они уже давно стерты. И что будет дальше? Какая линия, если они там существуют, будет следующей? Старик просто нажмет красную кнопку. Про это все не, сейчас не говорят на Западе, но, возможно, уже думают. Хотя их долгое время пугали тем, что именно Россия должна нажать красную кнопку. Но подрыв-то устроил Вашингтон и взорвал Северный поток. Получается, лично Байден. Соответственно, он способен на нечто большее. Пока же Запад предпочитает отмалчиваться. Об этом говорил Сергей Лавров. Слушаем. Он говорит... У нас нет полномочий расследовать, а все страны, через экономические зоны которых эти трубопроводы были проложены, уже полгода молчат, как рыба об лед. Я считаю, что это хамство. Но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта. И Сеймур Хёрш назвал причину. Главное было не дать Германии почувствовать себя в энергетической комфортной зоне. Даже если сравнивать мотивации, которые, ну, Сеймур Хёрш приписывает это американцам, и вполне объективно это звучит, они хотели подавить независимость, остатки независимости Германии, нанести удар по России, они это сделали. Какие мотивы звучали, когда обвиняли Россию? В том, что Россия саботировала, построила трубу, даже не одну, вложила огромные деньги, потом взорвала, так не доставайся же ты никому. Как-то так, видимо, это должно было звучать. У них хватало наглости обвинять в этом Россию. Ну, если кто забыл, вот, пожалуйста, Джейк Салливан, представитель Белого дома. Неуклюже достаточно, но они же обвиняли Россию в том, что это был саботаж России, и что вообще для России это норма. Слушаем. Вопрос ему задают, что сегодня президент назвал теракты на Норд-стриме преднамеренным актом саботажа. Россияне распространяют дезинформацию и ложь по этому поводу.
США теперь, видимо, считают, что Россия ответственна за этот теракт, спрашивает журналистка. Россия сделала то, что она часто делает, говорит Салливан. Она несет, когда за что-то ответственность, сама возлагает на это ответственность на других. Когда это сделал кто-то другой. Мы неоднократно это видели в течение долгого времени. Сегодня президент дал понять, что предстоит проделать дополнительную работу по расследованию. То есть как бы он дистанцировал немножко президента от себя, но фактически подтвердил, что обвиняют-то во всем Россию. Но это был лишь один из этапов, и подрыв Северного потока, и обвинения, которые звучали на самом деле. Об этом тоже говорит Сеймур Хёрш, это, наверное, важно. Они шли к этому довольно давно. У них уже довольно давно... Была эта стратегия антироссийская. Это можно закапывать, откапывать со времен Черчилля, его фултонской речи. Можно начинать со времен распада Советского Союза, со времен Мюнхенской речи. Были какие-то ключевые, наверное, моменты в истории, которые можно считать поворотными в желании Запада не то чтобы навредить, а в данной ситуации уже уничтожить Россию. Но вот то, о чем напоминает Сеймур Хёрш, возможно, он и прав, возможно, это как раз вот период окончания правления Буша. Слушаем. Говорили об этом еще с тех времен, когда был введен Северный поток-1 в действие. Это было его строительство. Ко временам Буша Чейни это восходит. Я много писал для «Нью-Йоркера» про это. Говорили об угрозе, о газовой угрозе, угрозе дешевой энергии для Европы. И все это рассматривалось как возможность сделать Европу более привлекательной, более охотно торгующей с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию. И это было темой последних десятилетий, говорит Сеймур Хёрш. То есть, если вот по версии Сеймура Хёрша, где-то вот там произошел момент, когда уже, возможно, назад пути не было. Потому что, началась подготовка, ведь 2014 год не случился сам по себе. До этого была и оранжевая революция такого мягкого формата на Украине, которая привела к отставке Януковича, летел туда Ющенко в политику. Украину начинали радикализировать, возможно, в этот момент, хотя многие скажут, что это происходило еще в 90-е. Но для Америки, возможно, вот там наступил в 2011 где-то году тот поворот, вернее, уже безвозвратный момент, когда они морально стали готовы, элиты американские, на то, что, возможно, придется воевать, конечно, чужими руками, возможно, даже придется что-то взрывать. Теперь вопрос, что будет вот сейчас, когда уже еще один момент невозвратный произошел, Северный поток взорван. Этот вопрос не... Эта проблема уже не наша сейчас. Наша проблема сейчас решается немножко в другом ключе. Все мы прекрасно понимаем, в каком, в зоне специальной военной операции. Проблема Европы, которая тоже пока пытается дистанцироваться от этой военной операции, хотя участвует в ней оружием. Проблема в том, какие выводы они сделают дальше. Об этом тоже говорит Сеймур Хёрш. Кстати, что интересно, он говорил, я не хочу лезть в политику, я просто выношу информацию, вы там сами решаете. Но, в принципе, его уже так или иначе втянули в политику, и поэтому вот что он говорит. And you can stay cold is, I think, it could cause some countries to say, we may be out of here. What do we need NATO for? And American support. Я начал рассказывать эту историю. Причина в том, что теперь вот что произойдет с НАТО и Европы. Этот поступок Байдена. В Западной Европе, Германии, мы предпочли продолжать нашу войну, как бы сказали им, а вы тут можете замерзать. И это могло бы, наверное, заставить некоторые страны сказать, давайте, пора уходить, он имеет в виду НАТО. Зачем нам нужно НАТО и американская поддержка, когда во время кризиса они лишают возможности нас банально согреться, говорит Сеймур Хёрш. И это, возможно, приведет к тому, что та самая партия зеленых, она имела успех в Германии, и канцлер у них из партии зеленых. И я думаю, что это приведет к такому распространению консерватизма в политике.
И да, там он говорит, после Второй мировой войны мы сделали довольно многое, это была такая фантастика, мы перестроили Европу, построили такое современное демократическое общество с плюрализмом, и думаю, что это может привести к тому, что, конечно, как в Италии, там далеко не зайдет, но к неким консервативным победам это приведет, и исторически Европа была без ресурсов, она вынуждена была полагаться то на нас, то на российский газ. Если мы хотим остановить все это, мы должны заплатить какую-то политическую цену, говорит Сеймур Хёрш. И, кстати, он там же, вот в этом интервью, обещает делать еще больше отчетов об этом, потому что есть некоторые вещи, о которых ему нужно написать позже. Это интересное замечание, потому что фактически это анонс, что Сеймуру Хёршу есть еще что сказать, и сейчас, наверное, в Белом доме, в Вашингтоне должны хвататься за голову. Помимо того, что Сеймур Хёрш, даже те, кто о нем не знал или забыл после его расследований про Вьетнам, про Абу Грейб, они о нем узнали, вспомнили, и он сам говорит, что сейчас к нему приходит огромное количество сообщений, возможно, с важной информацией. Послушаем. Я смотрю свою почту, смотрю свой Gmail, и каждый день вижу все больше и больше. Даже больше, чем мне, может быть, хотелось бы. Я вижу больше сообщений со всего мира, из разных стран, я все это вижу. И вижу то, что, может быть, даже и было вот в том интервью, где он это говорил, и то, что, чего там не было. Платформа, на которой он разместил первое сообщение, информацию, она была замечательна. Там было более миллиона обращений в течение дня. Люди, которые писали ему, говорили, слава богу, мы скучаем по тем репортажам, которые делали вы и другие, но сейчас мы этого больше не видим. Аудитории, конечно, американской все это не предоставляют, но говоря о том, как на это реагирует, вернее, что за, как, во что это все обходится Европе, наказанной фактически Байденом за некое неповиновение, ведь долгие годы отказывалась Германия заблокировать Северный поток, пыталась сохранить свой суверенитет, собственно, за это и заплатила Германия. Но на самом деле еще не заплатила, потому что смогли они там худо-бедно запастись газом, как сейчас говорит статистика. Правда, покупали они его по диким рыночным ценам. Сейчас продавать уже ниже не могут. Платить за это все будут жители Германии и других стран, потому что понятно, что их энергокомпании не продадут газ по убыточной цене. Но в совокупности вот во что это все обходится Европе. Замминистра Грушко буквально сегодня в Госдуме об этом говорил. В нашем телеграм-канале уже опубликовано. Слушаем здесь. Шахты, причем шахты на самых грязных углях. И эта новая реальность сегодня влияет на экономику этих стран. По превалирующим оценкам, потери Евросоюза от прекращения энергетического сотрудничества с Россией составила в этом году более триллиона. Евросоюз зарезервировал на зеленый переход, на переход новых энергетических технологий примерно 300 миллиардов евро, но в США принят антиинфляционный акт, так называемый, который будет содействовать тому, что вся промышленность, особенно в сфере автомобилестроения, будет перетекать в Соединенные Штаты Америки. И европейцы ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Это показывает бессилие Европы в их отношениях с США и как просто европейцы становятся вассалом американцев не только в военно-политической сфере, но и в экономической. Скажите, а что это МИД наш считает их деньги, да, но если они сами посчитать не могут, пусть наш МИД посчитает, потому что они привыкли считать какие-то мифические деньги. Помните, Польша требовала репарации от Германии и продолжает требовать. Вот вам реальные деньги, триллион долларов. Давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания «Газпром», понесли вы, и предъявим иск. Примерно то же самое вот сейчас этими словами примерно сказал сегодня Вячеслав Володин. Давайте все вместе сядем, посчитаем и предъявим счет этому Байдену или кому там еще, тем, кто все это натворил. Тогда, может быть, с них и пора, настанет время спросить и потребовать заплатить за все содеянное. Большой формат.
Россия предлагает миру оценить ущерб от подрыва северных потоков. Соответствующее постановление Госдумы приняла единогласно. Авторы обращения указывают, что благодаря расследованию американского журналиста Сеймера Хёрша весь мир узнал о преступлении США. Парламентарии считают, что администрация Джо Байдена, отдавшего противоправный приказ, несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние на экономику стран региона и экологию. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по энергетике и экологии собрать ученых и оценить ущерб, нанесенный России в результате теракта на дне Балтийского моря. По его словам, в отличие от европейских стран, которые сидят и молчат, Россия не собирается прощать все это Байдену. Вдумайтесь, террористический акт, направленный и против России, и против Германии, Нидерландов, Франции, Соединенные Штаты Америки, не стесняясь, его реализовали. Президент Байден поддержал публично. Стыдно за тех же немцев, за французов, Нидерланды. Государства с огромной историей, но настолько превратились в колонии Америки. Это позор. Сидят и молчат. Молчат страны, молчат активисты, экологи. Как сейчас, оказывается, они все прикормлены были. Значит, они в том числе работали по заданию и ЦРУ, и США. Если бы они были независимые, сейчас мы бы видели, что бы там происходило. Когда наши корабли пикетировали и выступали против и нефтяников, и газовиков, и исследований самых разных. Сейчас молчание. Поэтому хорошо, что мы сегодня принимаем заявление. Давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания, какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесен. Если европейские страны собираются прощать это все Байдену, ну, пускай сами между собой разбираются. Мы-то не собираемся. Но нам надо в первую очередь спросить с профильных комитетов. Позиция Европы по расследованию подрыва северных потоков говорит о ее политической импотенции и неготовности отстаивать собственные интересы. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, операция Байдена по подрыву газопровода стоила Европе триллиона долларов и почти полной потери суверенитета. Шахты, причем шахты на самых грязных углях. И эта новая реальность сегодня влияет на экономику этих стран. По превалирующим оценкам, потери Евросоюза от прекращения энергетического сотрудничества с Россией составило в этом году более триллиона. Евросоюз зарезервировал на зеленый переход, на переход новых энергетических технологий примерно 300 миллиардов евро. Но в США принят антиинфляционный акт, так называемый, который будет содействовать тому, что вся промышленность, особенно в сфере автомобилестроения, будет перетекать в Соединенные Штаты Америки. И европейцы ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Это показывает бессилие Европы в их отношениях с США и как просто европейцы становятся вассалом американцев не только в военно-политической сфере, но и в экономической. США давно бы подали в суд на Сеймера Хёрша за клевету, если бы они не имели отношения к диверсиям на северных потоках. В этом уверен спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Этим терактом был нанесен, прежде всего, конечно, огромный политический ущерб мироустройству, не побоюсь громких слов, но и материальный ущерб тоже был нанесен. Объяснения Хёрша, они абсолютно логичны. То, что американская администрация делает вид, что она этого расследования не замечает, в упор не видит, меня тоже не удивляет. Ну, есть такая русская поговорка: «На варе шапка горит». Почему я так говорю? Если бы на самом деле американская администрация была ни при чем, то я абсолютно убежден, что по всем законам жанра и по логике на Хёрша был бы подан судебный иск о клевете на многие миллионы долларов. Это американская и любая западная практика. Клевета преследуется, и в случае доказательства клевета жестко наказывается. А раз американская администрация не подает в суд на Хёрша, значит, она понимает, что в случае судебных разбирательств, вызовов сотрудников ЦРУ, которые под присягой должны давать показания, это может очень плохо кончиться. Поэтому зачем? Лучше уходить в отказ и делать вид, что ничего не замечаю.
Напомню, американский журналист Сеймур Хёрш сообщил со ссылкой на свои источники, что взрывы на трубопроводах совершены именно по распоряжению Джо Байдена. Диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии. Представители Белого дома и ЦРУ назвали это расследование выдумкой. Детали разоблачения американского журналиста изучил наш европейский сапкор Сергей Курохтин. Ну, во-первых, нужно подчеркнуть, что было два интервью. Первое, он дал телевизионное интервью американскому сайту Democracy Now. И после этого было интервью немецкой газете Berliner Zeitung. И в том и в другом интервью он повторил основные положения его статьи, которые он опубликовал на платформе Substack под названием «Как Америка уничтожила газопровод «Северный поток-2». И главные вопросы, которые задавали, кстати говоря, и американские журналисты в этом интервью, и немецкие, каковы были мотивы американской стороны для проведения этих терактов, и Сеймур Хёрш сказал, что решение было принято, то есть готовность, подготовка к этому началась в декабре 2021 года, после этого было целый ряд совещаний, когда разрабатывался тот или иной вариант взрывов на Северном потоке-2. Ну, это есть и в основной статье Сеймура Хёрша. После этого он рассказывает о том, что все-таки окончательное решение о том, чтобы взрывать Северные потоки, было принято в сентябре, потому что, как говорит Хёрш, приближалась зима, и американские власти опасались, что Германия, я цитирую, выйдет из игры, то есть прекратит поддержку Украине, так как ей нужен газ. Зима, экономика может зимой без газа рухнуть. И вот американским властям нужно было исключить эту возможность, вот эту мотивацию для не только немецкой, но и в целом европейских сторон. И вот для этого и было принято решение все-таки Северный потоки взрывать, а бомбы на них были установлены еще в июне, но об этом Сеймур Хёрш подробно рассказывает в своей статье во время военных учений на Балтийском флоте «Белтопс-22». Это было в июне, и после этого уже только ждали нужного момента для того, чтобы это взорвать. И, кстати говоря, Сеймур Хёрш как раз и говорит о том, что, мы знаем, было два взрыва на Северном потоке и только один взрыв на Северном потоке-2. По версии Сеймура Хёрша, он говорит о том, что было заложено 8 бомб, но взорвались только 6, потому что все-таки достаточно долгое время пролежали в воде, и именно этим объясняется то, что, скажем так, на одном газопроводе было 2 взрыва, а на другом только 1. Безусловно, и в первом, и во втором интервью его спрашивают, ну, прежде всего, конечно, это интересует американских журналистов, почему, на ваш взгляд, американские СМИ не заинтересованы поднимать этот вопрос, почему они об этом мало пишут, и почему, например, Конгресс никоим образом не реагирует на эту публикацию, и там приводится очень много примеров того, как все-таки Конгресс США ранее всегда реагировал на печать, на сообщения о тех или иных секретных акциях американских спецслужб. И Сеймур Хёрш как раз и говорит о том, что причина этого в основном — это, конечно, та поляризация американских СМИ, которая произошла еще при Трампе, говорит он. И мы сейчас видим, что те средства массовой информации, а мы знаем, что в США медиа в основном поддерживают демократов, вот эти средства массовой информации крайне не заинтересованы в том, чтобы подробно об этом рассказывать, вообще этот вопрос поднимать, и Конгресс тем более сейчас к этому даже и подходить не собирается. И именно этим он объясняет то, что вот средства массовой информации не проявляют такого интереса. Но при этом я хочу сказать, что, уже обращаясь к интервью в Berliner Zeitung, которое дал Сеймур Хёрш, в Европе тоже была ситуация, когда, ну, была такая пауза после его интервью. Действительно, немецкие СМИ практически никак не заметили это интервью. Но только после того, как было видно, что в социальных сетях интерес к нему огромный. Кстати говоря, Сеймур Хёрш говорит, что его статья на сайте, где она была опубликована, там более 1 000 000 обращений к этой статье. Аналогичная ситуация и в социальных сетях была европейских. Этот интерес был абсолютно четко виден. И именно после этого как раз и Berliner Zeitung и взяло это интервью издание. И как раз хочу сказать, что после того, как это интервью было выложено на сайте Berliner Zeitung, то там есть такая табличка на сайте,
как на многих, впрочем, сайтах, наиболее популярные статьи. И вот интервью с Сеймуром Хершем заняло там первое место. То есть интерес к этой публикации был очень и очень большой. Именно поэтому, скажем так, понятно, почему, понимая об этом интерес, очень многие средства массовой информации все-таки постарались обойти его стороной. Реакция Европы на расследование Хёрша вызывает недоумение. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24». Проект «Северный поток-2», он в Европе был сооружен и в интересах Европы, в интересах энергобезопасности Европы, о которой они так пеклись и продолжают печься. Но никакой реакции. Где Евросоюз? Где все прочие? НАТО, да, НАТО отреагировало так, как умеет. Создали некую новую структуру во главе с немецким генерал-лейтенантом, который будет заниматься вопросом безопасности подводных объектов инфраструктуры. Но после того, как говорится, как сами взорвали, самое время обеспечивать безопасность от угрозы ответного шага со стороны России. Это не значит, что мы будем давать симметричный ответ обязательно и взрывать какие-то трубы. Но то, что они задергались по большому счету, это совершенно очевидно. Но эта рабочая группа, там или ячейка, как они ее назвали, она должна будет некий доклад в Вильнюсе на саммите НАТО летом этого года предъявить. Посмотрим. Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по расследованию взрывов на северных потоках. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Заседание намечено на 22 февраля. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах. Оператор северного потока Nord Stream AG сообщил, что последствия на газопроводах взрыва на газопроводах беспрецедентны. Сроки ремонта оценить невозможно. Вести ФМ. Первое о главном.